Всем привет, ребята! Мы на канале SportClick, и сегодня у нас на обзоре гравийника Outlip. Roadway A2, более младшая модель гравийника. Распаковку Roadway A1 вы могли видеть чуть раньше на нашем канале. Мы с Лехой, с нашим механиком уже достали, распаковали, посмотрели. Там было много интересных решений. И вот теперь взяли A2 на обзор. Почему я хотел снять именно на A2 вот обзор? Не просто рассказ о характеристиках, а потому что на рынке сейчас есть прямой конкурент Outlip. Это бренд всем известного Slopestyle, которые были официальными дилерами Merida на территории России. Сейчас они возобновили свой бренд Atom, и у них есть модель Tundra Gravel. Это, вот, я считаю, прямой конкурент Outlip Roadway. Давай тогда про это рассказывать и сразу с тем сравнивать, если ты везде все характеристики знаешь. Сразу к трансмиссии понесемся. Что у нас тут стоит? И там стоит трансмиссия Microshift Advent X. Здесь у нас система от Pravil, РПП с полой осью, ведущая звезда 42 зуба. Сзади у нас переключатель, всем известный, Microshift Advent X, кассета с диапазоном 1.48, 10-скоростная трансмиссия. Если я не ошибаюсь, на Атоме Тундра X10 он, по-моему, называется, ну, что означает, что там тоже 10-скоростная трансмиссия. Там точно такой же Advent X установлен, но, по-моему, звезда на 40 зубов. Но это, в общем, роли особо не играет. 42-40 тут разницы нету. Да, единственное, что добавлю, что здесь есть такой аналог муфты натяжения. Такая штука, которая там собачки делает пожестче. Но, по-моему, мы уже столько раз про это говорили, что, в общем, это уже по умолчанию. Это для новых, это для тех, кто смотрит первый раз наш канал. Да. Так, колеса. Колеса у нас на втулках формула, под оси. Вот здесь вот кроется самое глобальное отличие. Сейчас скажу, в чем оно. Втулки на промышленных подшипниках. Обода у нас от Source. Алюминиевые, двойные. Покрышки Chao Yang, Arisan, 40 мм шириной. И вот если сравнивать с Тундрой, там покрышки стоят от CST Пика. Не буду врать, по-моему, 38 или 40 миллиметров они шириной, но у них более выраженный протектор. Наверное, для гревела, может быть, это и в какой-то степени важно. Да, как по мне, одинаково, если честно. Ну, в зависимости от того, кто где ездит. Ты сказал, какое-то основное отличие какое? Да, Tundra X10 сзади под эксцентрик. Если здесь мы имеем ось спереди и сзади, вот в этом я считаю, что Roadway A2 выигрывает прям. Но это вот такое отличие очень значимое. Да, на самом деле даже не из-за жесткости. Вот у меня раньше не было велосипеда со всеми, теперь есть. Самое главное преимущество таких велосипедов, на мой взгляд, это когда ты его разбираешь, а потом собираешь. Не нужно настраивать тормоз, потому что не так, как в эксцентрике. Вы в колесо в эксцентрике идентично два раза не поставите. Там оно всегда по-своему встает, и немножко вот такие перекосики будут, и всегда приходится перенастраивать тормоз. Вот в осях такого практически не бывает. Абсолютно верно, на 100%. У меня вот тоже велосипед, мой Марин. Спереди ось, сзади эксцентрик. Претензий по жесткости вообще никаких нету. Но один раз эксцентрик открутился у меня. Но это моя, наверное, вина была. Я не проверяю годами затяжку, потому что я максимально уверен. Но да, бывает сложно поставить именно прям идеально ровно. Тем более у меня тормоза гидравлические формулы. Там такие маленькие зазоры между диском и колодками, что это максимально сложно. Итак, Макс, вопрос по покрышкам. Бескамерка, ну и то же самое по ободам. На ободах и на покрышках не указано, что их можно использовать бескамерно, поэтому вопрос остается открытым. Скорее всего, производитель, конечно, себя просто каким-то образом обезопасил и не написал. Мне кажется, что бескамерно можно будет поставить, но такой вопрос открытый. Если кто-то владеет этим велосипедом, если был опыт установки
покрышек бескамерно на эти обода, напишите, будет нам очень интересно. Но обозначений нет. Да. А у конкурента? Насколько я помню, на Тундре тоже не подходит под бескамерку покрышки, а обода, по-моему, подходит. Ну, это не суть важно. Угу. Я почему вот заговорил про Тундру, потому что цена одинаковая, Outlip там на 2000 рублей сейчас стоит дешевле со скидкой. Просто комплектация, вот трансмиссия и все-все максимально похоже. Да, сразу говорю, что здесь обода, ну, условно, ноунейм, который пока никто не знает, что в Тундре та же самая история. Там покрышки CST, ну, бренд достаточно известный, и обода там стоят Атом. Что это такое? Никто не знает. А втулки там какие? Втулки там точно такие же формула. Угу. С учетом того, что сзади втулка под эксцентрик, а не под ось. Угу. Все, понятно. Так, тормоза. Тормоза Тектра, механические, что на Тундре, что на Outlip'е. Они абсолютно одинаковые. Возможно, отличаются там 550, там 530, но, в общем... Угу. Конструктив у них абсолютно одинаковый, там 160-160 диски тормозные. В общем, ничего сверхъестественного нету. Я вот проехался на этом велосипеде, честно говоря, не понял, насколько хороши тормоза или нет, потому что они, может быть, не притертые. Угу. Вот. Ну, сразу скажу, друзья, я езжу только на МТБ, у меня нету гревела своего, и мне максимально непривычно ездить на велосипедах с рулем баран. Наверное, надо проехать километров 100-200, чтобы привыкнуть. Вот, поэтому, ну, я не буду говорить о своих ощущениях, потому что они мне максимально непривычны. Угу. Так, ну и что касается, получается, чего? Вилка у нас карбоновая, с конусным штоком. Раз уж заговорили про вилку, коснемся еще рамы. Проводка вся внутренняя, даже в вилке внутренняя проводка для рубашки тормоза. В общем, придраться сложно. Бонок достаточно много. Тут вот и по три на вилке с каждой стороны. Вот две сверху, три на нижней трубе. Пожалуйста, багажники, там, крылья полноразмерные, ставьте все, что хотите. Вилка карбонза. Да, вилка карбон. Вы в Атоме тоже? В Атоме тоже, да, угу. Карбоновая вилка. Все, хорошо. Хочу отметить здесь цвет. Такой интересный, какой-то отдаленно оливковый цвет. Фисташковый вот. Какой-то. Ну да, вот какая-то такая история. Матовый причем, думаю, многим он придется по душе. По поводу цветового решения, вообще всех Outlip'ов, если меня кто-то слышит, дизайнерский штаб Outlip'а, меняйте что-то, потому что вот эти вот уже цветовые решения, они настолько, уже все привыкли к ним, они повторяются, ничего нового. Вот, к сожалению, это как у Джамиса, который там в 22-м году сделали линейку провальную абсолютно mm-hmm. по цветам. Сейчас мы видим эту историю. Я вот не перестану говорить, когда вот кто-то что-то хочет сделать, бери самое лучшее от того, что есть. Cannondale, Specialized, Canyon, да, масса фирм. Смотри на цветовые решения и делай такие же. Все, как бы. Не надо изобретать велосипед. Все уже там ребята дизайнеров... столько лет сидят и столько у них наработок, что мам не горюй. Ну, это лично мое мнение. А Outlip, вы, в общем, поняли, вот Макс советует. Ну, в плане дизайна, пожалуйста, обращайтесь, это можно сделать. И я это к чему говорю, что вот Атом, вот эта Тундра, он существует у них в нескольких цветовых решениях, в том числе черный и матовый, ага. Ну, без этого никуда. Классика. Вот. То, что я видел на фотографиях, это, ну, просто супер. Там какой-то оранжевый, чем-то мне напомнил Jamis Root Beer. Пожалуйста, ребята содрали крутейшее цветовое решение, применили, и велосипед смотрится, ну, вообще абсолютно по-другому.
Ну, на вкус и цвет, как говорится. Да, не, безусловно. Кому-то этот больше понравится. Это тоже очень симпатичное цветовое решение. Но я бы, ну, что-то менял бы, потому что вот одинаковая оранжевая надпись на... Макс, ну это ты менял бы, кто-то не менял бы. Ну, хорошо, да, на вкус, на цвет. Опять же, вынос здесь у нас от Source, алюминиевый, руль алюминиевый, подседельный штырь алюминиевый, фирменное седло от Outlip. Проехав, могу сказать, что достаточно удобное, претензий у меня нету. И вот в отличие от как бы Атома, да, Атом прилагает со своей моделью дополнительный шоссейный руль, который не развернут. Не знаю, кому это нужно, зачем, то есть вот эту обмотку перематывать, пистолеты переставлять. Но тем не менее у них в комплекте идет шоссейный руль. Никогда не видел, чтобы кто-то с более широкого, более узкий ставил. Ну ладно, бог с ним. Да, интересно, но да. Факт. Можете собрать себе следующий велосипед. А педали тут идут в комплекте? Да, педали вот железные в комплекте. Ну что могу сказать про педали? Я всегда говорю, что штатные педали нужно выкидывать и ставить нормальные. Здесь вот они стальные, да, они прослужат, скорее всего, и, может быть, даже не один сезон. Но как же на них неудобно ехать, это просто катастрофа. Лучше бы их не было, честно говоря. Да, там доехать до дома супер, но подлежат замене, сразу покупаете велосипед, держите в голове, что педали... под замену, ну максимально неудобное решение, которое только можно было сделать. Даже пластиковые, мне кажется, топталки на дешевые, на горных велосипедах, и то лучше, чем вот это вот. Но они маленькие, смотрятся не очень, да? Да, ну, может быть, мне там с моим 46-м размером ноги, как бы, они неудобны, но не понравилось мне. Ну, собственно, и все. Вот, ребят, вы послушали про этот велосипед. Теперь пишите в комментариях, что бы вы себе купили и почему. В общем и целом, велосипед получился, я считаю, что очень удачным. Красивый, современный. Главное, что он на осях. У нас втулки на промышленных подшипниках. Да, в общем, и к компонентам-то особо придраться сложно. Тем более, учитывая... цену этого велосипеда. Сейчас со скидкой он стоит 77 тысяч рублей. Ну, предложений на рынке не так много. Вот гревелов в такой комплектации. На осях. Все. Спасибо, Макс, за обзор. Пожалуйста. А вам всем до скорых встреч. Заезжай, Леха, почаще. Хорошо, постараюсь. А то я даже забываю, как ты выглядишь. Постараюсь. Приглашаю вас к себе на ВДНХ. Можно там позаписывать несколько Хорошо. Роликов. Все, да. Поехали. Ну, а если кому-то нужно кофе, то это вот Алексей Арепьев. Главный по кофе в России на данный момент. Да, это не шутка. Да, это была реклама, бесплатная реклама. Рекламная интеграция, да. Как это? Все, ты мне теперь денег должен. Все, ты без проблем. Бизнес-решение для офиса, Макс, все, кто от тебя приходит, 2% твоих. Хорошо, или сумка кофе. Да. Все, поехали работать. Всем пока. Пока.